Всем привет, друзья! С вами снова Лавка Удовольствия. Я Александр Манык. И сегодня я хочу вам показать, что мы нашли в переборе монет с начала конца карантина. Значит, 2 недели прошло с того момента, как разрешили выходить, работать, открывать свои торговые точки. За это время мы перебрали порядка 3000 монет. Мелочи Украины, даже не 3000 монет, а 3000 гривен. И я вам скажу, что результаты приятно удивили, потому что раньше среди такой маленькой партии столько находок не попадалось. Итак, что же мы нашли? Значит, прежде всего отобрали, еще не перебирали гривны 2001, 2002, 2003 года. Далее. 4-ягодника, 34 монеты в первом штампе. 2 монеты оливки, 50 копеек. Вот это у нас трапеция, 1 попалась в первом штампе. Далее, из 50 копеек у нас вот эта вот стопочка, это у нас 2-й штамп. И 1 монета 50 копеек в 3-м штампе. Далее. Значит, гривна 2004 года. Вот такое вот количество монет. Гривна медали. Гривна пиджаки. Вот такое количество. Гривна маки. 1 монета 65 років перемоги. Далее идем. Далее у нас 25 копеек. Вот это у нас те монеты, которые на сегодняшний день называть перепуткой нельзя. Но я по-другому не умею. Поэтому вот это 2 монеты, 2 разновидности, вернее, перепуток. 1 итальяшка, остальные все у нас с тонким трезубом. Дальше, друзья, у нас есть 1 монетка бубликов, так называемых, и 2 монетки с 3-м штампом 25 копеек. Также у нас каким-то боком оказались 94-93 год алюминиевых двушечек. 1 монетка 2010 год, вот такая вот с брачком в нуле года, который в простонародье называется глаз. И еще у нас попался 1 6-ягодник в 10 копейках, но, к сожалению, я теперь не могу его найти. Друзья, за 2 недели вот такой вот результат перебора приятно удивил. Буду делиться с вами дальнейшими результатами. Не поленитесь, поставьте, пожалуйста, лайк под видео. Обязательно подпишитесь, если вы не подписаны еще на наш канал, а я буду снимать для вас еще более интересные ролики. Увидимся!